Вот сюда мы и приехали. Это для нас с Олей и детей. Такая веранда. Это называется израильская деревня. Вот в этом домике отдельном сын с женой. Туалетик, душ угловой, спальня одна, с джакузи. Кухня. Затариваем холодильник. Так, все, брысь отсюда. Не полных два дня, а набрали, как вроде бы, на месяц. Потому что Новый год. Представляете, если бы у нас Новый год 10 дней справляли, и сколько там у вас? Так мы бы, наверное, грузовик бы нанимали. Спальня вторая. Картина такая. В принципе, за одной камеру испытаем. Телевизор. Ну, в принципе, все. Проверим зум. Пишут 72. Оптически. Так визуально практически я не вижу эти дома. Так по прямой, я не знаю, километров, наверное, 8. 6-8 это точно. Вот то, что вижу я с балкона. Это у нас такое озеро, да? Называется Кинерет. Израильтяне его называют Ям, море. Яма Кинерет, море Кинерет. Вообще-то это озеро. Я не знаю, видно или нет, где-то вдалеке еле-еле горы просвечиваются. Но это мы сейчас на набережной. Ушилица? Бабушка? Да. Вот тебе бабушка-то. Серия вторая. Дима Леманга. Дима, спи. Хватит. Ну. Чего? Я надо ребята плевать. Да, ишка побьет. Ну все, давай, ишки пошли там. Иша, Шегин. Шегин. Геверу и Дерма лесу. Геверу и Бетхолим лесу. Мама? Иша. Они? Это он не знает, что хайс, да? Я сказал, женщина, молчи, а мир целяки, так что в лихо римшили, боролся. Я сказал, женщина, молчи, мужик знает, что делать. Что она сказала, Дима, про больницу? Больницу попадешь. Рега, мигевер поняли, Ваня. Вина, такое мерцо у нас.
это у нас Дима. Какое, Дима? Бельгийское? Да. А ну покажи. Бутылку. Какое бельгийское пиво? Попробуем. Говорил Серега Головус. Марина, привет! Чё? Ну, да, Михса, нашу. А мам? И вот сейчас мы пересядем сюда. Будем мы тут сидеть. Отмечать Новый год. Вот такой у нас коньячок. Тот, что я спрашивал. Шампусик. Вот мы сейчас в узеньком кругу. Вот это и килограмм мяса, килограмм 5, будем уничтожать. С Новым годом! Крутого! С Новым годом! А этот котов гоняет. Маура! Эйфу! Ака! אז לך לישון.